Так, ну что, всем привет, новый ролик про Запорожец. Сегодня у нас жара, в тенечке 30, на солнце нам там градусов 60. Сегодня ветер слабенький, дождя не будет, решил сегодня покрасить, пока жара стоит, краска быстрее высохнет и не успеет даже мухи налипнуть и пыль. Только надо будет вот здесь вот внизу водичкой обмочить, чтобы пыль не поднимала. Да хотя для этого Запорожец пойдет, это же, блядь, не идеальная покраска. Не идеальный ремонт. Базара нет, конечно, я делаю не супер качественно, но пока самое главное, сейчас я набираюсь опыта, это для меня, как сказать, практика. Раньше я красил детали, ну там колеса подкрасить, может где-то под крыло подкрасить, но полностью вот я машину не красил. Я еще раз говорю, для деревни вот эта покраска самая идеальная. Тут не надо заморачиваться, такие дорогие эти покупать. Вон, за 2000 взял краскопульт электрический, бжик, задул и все. Вообще идеально, я думал, он будет плеваться. Он... Главное краску подбирать, там сочетать, более-менее жидкую делать. Ворот еще не привезли, уже третья неделя пошла, вот, должны, может, завести. На мое день рождения, может, завезут, у меня 18-го день рождения. Вот полку сегодня привез, полку буду ставить сюда, там под всякую хрень. Вон, дверь установил. Сейчас, как вы видели, поначалу я грунтовал, прошелся, сейчас надо будет замотовать. Колеса закрыть. Да, надо начинать. На улице жара, в гараже прохладно. Еще звук такой, слышите, эхо. Это, скорее всего, то, что помещение пустое. Надо полки повесить, и звук будет другой. Так, ну вот загрунтовал крышу. Крышку загрунтовал. Не высохла она. Прям чувствуется. Пока сохнет грунтовка на крыше, хотел вам показать, как вы думаете, вот если в такой цвет покрасить диски на Запорожце, здесь белым сделать, а здесь такой вот другого цвета, в общем, будет смотреться, нет. Это я так просто для примера покрасил. Так, ну вот температура плюс 31, дождя не обещает, так что будем сейчас красить. Я уже замотовал поверхности, не стал снимать. Ну, мелкой наждачной бумагой прошелся, вот так крышу все, всю поверхность, весь кузов обработал. Она гладко стала там. Сейчас можно будет красить. Но сначала надо краску разбавить нужной густоты. Так, ну что, новый день, вчера все покрасил, не стал уже снимать, весь был в краске, уставший, все подсохло, написано, краска сохнет 24 часа, но при такой жаре, наверное, на солнце, наверное, плюс 50, плюс 60, она часов за 6 высохла, сейчас покажу, что получилось. Цена покраски где-то вышла в 1000 рублей, там шпаклевка 250. Вайспирит, краска, две банки по 150, эмаль обычная, цвет называется слоновая кость, так, скотч и шкурки. В общем, за 1000 рублей мне такой результат устраивает, тем более краскопульт непрофессиональный такой, с ним только заборы красить. Вот я уже сдираю этот газету с окон, на улице ветер, поэтому здесь снимаем. Давайте покажу, что получилось. Вот, да, остались небольшие вмятины
небольшие мятины остались. Ну потому что шпаклевка кончилась, а покупать, тратиться еще банку неохота. Бюджет в 1000 рублей. Краска, правда, еще осталась. Капот, наверное, буду еще задувать. В один слой сделал капот, а здесь в два слоя. Ну, крылья в два слоя. Ну, издалека вроде смотрится как в завод, под завод покрашено. Как будто новая она. Оставил место, вот здесь будут фонари. Она уже краска подсохла. Вот такой цвет. Краска называется слоновая кость. Красил вот такой краской. 150 рублей. Хотел купить акрил, но она дорогая. Там 800 рублей баночка. А здесь ушло две банки. Ну, почти в два слоя. Красил полностью и крышу красил. Короче, чтобы красить полностью автотачку, надо хороший опыт иметь. Я вот первый раз красил, и то у меня где-то потеки, где-то перелил, где-то залил. Здесь вот видите, видно грунтовку. Я здесь в один слой прошелся. Все равно грунтовку видно. А так краска, видите, даже блестит на солнце. Ну, пока новая. Надо еще, кстати, поворотники найти круглые. Я от шохи нашел старые, но они, блин, не смотрятся, походу. Они вообще не смотрятся, здоровые, больно. Большовато. Не, видите, не смотрятся. Вообще полная хрень. Фу, невозможно, стоишь, сдираешь этот скотч. Фу, ну и жара сегодня. И такая вот покраска получилась. Если бы загонял бы в какую-нибудь мастерскую, помню, я шестерку загонял на покраску, с меня за работу взяли только 15 тысяч рублей, плюс материал там пятерка. А здесь вот ее все обошлось вместе с работой. Ну, работа-то ладно, я сам практиковался. А так вот все это... Покраска с материалом обошлась 1000 рублей. Сама вот эта подготовка, это тяжелая, постоянно надо шкурить, смотреть. Грунтовку наносишь, там уже видно, где это неровности. Так как машина не новая, там мятин много, так сказать. Еще железо такое жесткое, стучишь, оно этот не мнется. Покрасил как смог. Бюджетно, дешево. Главное своими руками, опыт главное появился. Красить на улице с таким вот этим электрическим краскопультом, это не очень. Ну, сами видите, как получилось. Тем более краскопульт у меня самый дешевый, не какой-нибудь там компрессор. В общем, все, на весной будем вешать. Потом, вечером, сейчас жара вообще, можно просто сгореть. Некомфортно работать, так сказать. В гараж загонять тоже неохота, там, блин. Сейчас ворот нет, забор снимешь, сюда и коровы зайдут, и бараны, и не знаю. И в общем, пока ворот нет, я с улицы забор не убираю. Так что на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся. До следующего видео.